нашла. Снимаются маски и голограммы. Фантом предстает перед тобой в первозданном виде согласно своему эфирному коду ДНК. У него голограмма. Голограмма. Будем с ней поднимать? Я бы даже сказала, что это его копия точная, но она без души. Хорошо, она в ней находится, с ней будем поднимать? Да. Или отдельно? С ней, да? Вместе. Хорошо. Защищаем его физический биоробот с защитным потоком и чистых энергий Абсолюта. Берем Никиту в защитный скафандр на время работы с тонкими телами. Вместе с тонкой копией Никиты поднимайся в комнате диагностики. 1, 2, 3. Пошел, подъем. Мы на месте. Мы приветствуем Никиту, интересуемся, готов ли он к диагностике и чистке, доверит ли он нам свое биополе наперед сеанса. Он пытается эту копию отодвинуть и кричит: «Я Никита, я здесь». Хорошо. Я даю команду. На счет 3 сканер отключает эту копию, отключает все сопутствующие чипы, датчики, импланты, конвекторы, подключки. Все полностью отключается, выходит из биоробота Никиты и отправляется в клетку-тюрьму. Пошел процесс. Готово. Никита, вы даете? Биоматериалы в этой копии. Биоматериал, хорошо. Что за паразит такой там стоит? Будем разбираться. Никита, мы спрашиваем вашего разрешения на диагностику и чистку. Вы даете его? Он плачет. Дает. Хорошо. Успокойтесь, все нормально, вы уже у нас. Все будет сейчас решено. Он говорит, что меня никто не видит из-за этой копии. Хорошо, мы вас видим, так что не беспокойтесь. И я даю команду. На счет 3 сканер сканирует пространство над головой Никиты под ногами. 360 градусов вокруг него. Сканирует все 7 тонких тел Никиты. Находит все. У него дух внутри. Свет его души. Он в такой коробке. Прямоугольный, закрыт. И где эта коробка сейчас? Внутри него, но идет слово душа, как в тюрьме. Понятно. Хорошо. Эта коробка выходит тоже. Ее открыть надо. Сил моего намерения, открывая эту коробку, возвращая Никите его дух, душу. Она начинает отделяться коробкой, и она скрипит вся, она прозрачная. Я только контуры я вижу, четкие, ровные контуры. Хорошо. Скажешь, как все вернется. Она от сердечной чакры отключается. Вот эти контуры, они черными, черными четкими линиями. И они превращаются, выходят, и они как вот одна линия превращается, сворачивается и летят в клетку. Отлично, хорошо. Скажешь, как вся душа вернется? Душа остается внутри, но вот эта тюрьма уходит. Тюрьма уходит. Все понял теперь, хорошо. Давай начнем с каналов. Отлично. И я даю команду на счет 3 сканер сканирует пространство над головой Никиты под ногами. 360 градусов вокруг него на всех 7 тонких телах находятся любые чипы, датчики, импланты, конвекторы, подключки, чужеродные энергии и воздействия. От них выстраиваются каналы, ведущие в клетку-тюрьму, и ответственность за подключки воздействия энергии притягивается в клетку-тюрьму и становится ее заложником. 1, 2, 3. Сканер сканирует все 7 тонких тел Никиты. Находит все. Демон у него. Демон. Какой демон? 12. 12. Хорошо. Поехали дальше. Суккуб. Красный дракон. Ящер. Дальше. Гуманоид. Гуманоид. Все. Я думаю, больше и не надо. Так, откуда гуманоид? Куда? Ты работал с ящером вместе? Ты с ним пришел? Нет, он с ним не пришел. Он ящеру продал его. Ты продал его ящеру. Гуманоид. Он установил подключки, сделал свою работу и продал ящеру. Хорошо. Готовое тело. Сколько ты находишься в биополе? 7 лет. Понятно. Кто установил эту коробку с душой? Это я ограничил красивую огранку. Ах, какая красивая огранка ты ограничила. Это мы тебе еще благодарны должны за эту огранку быть, да? Это мое искусство. Хорошо, оценили твое искусство, оценили. А сейчас ты оценишь мое искусство. В моих руках появляется живая плазма. 1, 2, 3. Гуманоид, вот мое искусство. Если мне Никита сегодня скажет дать тебе это в дорогу, я тебя отправлю на твою чистоту с этой энергией живой плазмы. Что долетит до твоей чистоты, я не знаю. Но вот такое искусство у нас. Оцени. Я оценил.
Отлично. Убираю живую плазму, входит в меня. Сколько находился ящер в этом биополе? Покупатель. 5 лет. Считай цифру у синего дракона, у красного дракона над головой. 78-11. Ну, такие случайно не приходят, синий дракон, красный дракон, да? Ты знаешь, что ты делал, да? Он говорит, я здесь по праву. У тебя есть контракт? Договор. Он активный? Да. У кого еще есть контракты с Никитой? Ни у кого. Хорошо, у красного дракона есть контракт. Будем разбираться, красный дракон, при каких условиях ты заключил этот контракт и каким обманом ты вошел в его биополе. После этого буду решать, что с тобой делать. Это серьезная ситуация, серьезное воздействие. Итак, сколько находился демон еще в этом биополе? У меня вопрос остался. 2 года. Кто довел человека до того, что он находился в психиатрической больнице? Из вас. Над клеткой ответственным загораются маячки зеленые. Через голограмму. Ящер. Ящер. Отлично. Хорошо. Ящер. Я не буду доставать второй раз шар. Ты его сегодня видел. У вас гуманоидом... Очень сегодня интересная программа будет, я вам обещаю. Итак, я даю команду тонкой копии Никиты спроецировать все энергетические и сферические каналы ко всем ответственным подселенцам. Стоп. Так, мы все вытащили или что-то еще осталось в биополе? Если что-то осталось в биополе на чистоте ящера, подсвечивается в биополе Никиты. У него от дракона что-то есть, от ящера вытащили все. Хорошо. Даю команду на счет 3. Тренер отключает все подключки дракона, выводит его платы, выводит все его подключки полностью. Чипы, датчики, импланты, конвекторы безболезненно выходят из биоробота Никиты. Да, будет так, а так и есть. У него как шар красный на голове. Дракона? Да. Хорошо, снимаю этот шар, тоже идет. Из его биополя полностью выводится. Как все выведется, отправляя в клетку тюрьму. Вышел шар и плата. Отлично. Отправляю их в клетку-тюрьму. Готово. Я даю команду тонкой копии Никиты спроецировать все энергетические и сферические каналы к ответственным подселенцам, ответственным за чужеродную негативную патогенную низковибрационную энергию в его биополе. Каналы выстроились. В сущности, каждый подходит к своему каналу. Я даю команду тонкой копии произвести отчуждение всей чужеродной патогенной низковибрационной энергии, откат всех негативных программ, негативных мыслеформ. Пошла энергия по каналам чужеродная по отношению к Никите. Энергию страха, энергию неуверенности, энергию всех болезней. Все, что он мог получить от них, возвращается к ним. В голограмме копии идет, боль идет, страх, тоска. Хорошо. Обращаюсь к Никите. Никита, вы меня слышите? Мотивает. Вы помните всю эту боль, которую вам причинили эти сущности? Вы можете ее разделить отдельно? Та, которая... понял тебя. Вам голограмма доставляла вот эти все негативные ощущения, которые вы получили. Страх и боль. Вы можете ее в своем теле найти, отличить от других чувств? Вы помните об этой боли? Об этом страхе? У него отчаяние от нее было. Отчаяние. Вы можете сдефинировать это чувство? Вы можете о нем вспомнить? Если вы можете, мы можем вернуть его назад. Да, он полностью наполнен всем этим, он отдает. Отлично. Хорошо, Никита. Просто придет момент, когда мы будем отдавать эту боль, и нам надо будет, чтобы вы вспомнили эту боль, все свое отчаяние, и вернули ему, тому, кто вам дал ее. А он испытает... Ревер закончился. Отлично, он это испытает на себе. Установили фильтры с золотой сеточкой на все каналы, и в порядке реверса Никита забирает все чистые, светлые, божественные энергии. Обратно пошли энергии божественные и чистые. 1, 2, 3. Все, что у него похитили, все, что у него изъяли, до последней капли возвращает Никита себе обратно. Он хозяин своих энергий, возвращает все свое себе обратно. И... У него идет от красного шара дракона осознание... И чистота мысли. Чистота мысли и осознание? Да. Украл. У него от этого шара была голова вся красная, глаза красные, кипел. Вот это все вернулось в шар и возвращается светлое такое сознание, как энергия белой. Отлично. Усилию потоки в 50 раз. Все назад, забираем все свое. А от этой голограммы идет... Биомасса к нему, как мышечная масса, возвращается в сердце. Вера, считаю ящера цифры над головой, пожалуйста. 805. У гуманоида мы все забрали с ящером и у красного дракона. Демон, выходи, отключайся полностью, ничего не забывай и возвращайся назад. Что ты установил и как воздействовал?
На почве страха воздействовал. Усиливал. Панику. А страх давали эти два паразита космических, да? А сейчас он говорит, что можно сказать, что его разобрали на органы космические цивилизации. Сердце отдельно, душу отдельно, сознание в другую сторону пошло. А я увеличивал страх и панику. Понятно. Скажи мне, есть лярва в его биополе? Есть лярва. Ты хочешь эту лярву попросить у меня? Подожди, я расскажу его слабое место. Давай. Не умея защищаться, он пытается помогать кому-то освободиться от сущностей. И забирает их себе. А как же? Все кто понятно. Ж не пойдет? Конечно. Мы так с таким встречались. Знакомая ситуация. Благими намерениями. Мы таких называем лох. И еще есть информация. Думает, что что-то знает. И вредит себе своей наивностью. Хорошо. Да, это его проблема. Он у него снял такую как энергетическую красную воронку. Она снизу по пояс была. Он уже по пояс ее поставил. Он ее зажал, да, и снял. Ой, там было, конечно, воздействие от нее сумасшедшее. И хорошо. Тоже снял, брал. Хорошо, демон, разрешаю тебе забрать лярву. Забирай. Где она находится, Вера? Сердечная чакра. У него тоска, отчаяние, депрессия. В любом случае, Никита, пользуясь случаем, я вам скажу сразу, на этом месте, чтобы не забыть, не надо помогать никому, если вы сами не в состоянии себе помочь. Забрал. Для этого нужны фундаментальные знания. Хорошо. Демон, еще вопрос. Тебя интересует эмоциональный фантом? О, да. Хорошо, мы дойдем до этого места, я дам тебе тогда, отдам тебе этот фантом. Сейчас мы переходим к рассинхронизации. Я даю команду, во-первых, сканеру. Сканер, просканируй, что-то еще осталось. А демон говорит... Да. Депрессивные всплески и галлюцинации. Знал бы ты, как это сладкая там энергия будет, для нас. Там будет депрессивное ощущение в этой, во всем перечисленном, поэтому там даже больше, чем ты хотел, будет. У него от суккуба остались. Суккуб был? Да. Убежал? Нет, он стоит в клетке, ждет. Вера, ты меня не называла суккуба? Нет, я называла. Я не видимо, вижу. Связь пропадала. Может быть. Хорошо. Суккуб, как ты там тихонечко в клеточке стоишь? А мы ему отдали вообще негатив? Он все это получал? Ты мне вообще за него помнишь? Конечно. Помощь? Хорошо, суккуб, выходи, вытаскивай все, что я оставил в этом биополе. Отключайся ему полностью. Канал идет, как и ко всем другим. Не знаю, Вера, нет, у меня здесь не написано. Суккуб, сколько ты... Кстати, промолчал, когда я сказала суккуб. Видимо, пропадала связь. Может быть, связь пропала. Суккуб, сколько ты находился в этом биополе? А мне было все время ощущение, что чего-то не хватает. Итак, суккуб, я слушаю. 2 года. 2 года, хорошо. Ты пришел с демоном. Кто кого привел? Демон привел суккуба. Понятно, хорошо. Вытаскивай все, возвращайся в клетку. Демон намекнул. Суккуб. Демон. Суккуб услышал. Понятно. Он из оранжевой чакры, у него как бы вытягивает что-то. И что ты вытягивал оттуда, суккуб, из низа живота? Сексуальная энергия. Сексуальная энергия, понятно. Он называет это бомба. Это шар с шипами. Да ты что? Он, и как он сформировал его в шар с шипами. Понял. Как он воздействует? Какие-то ощущения, когда этот шар стоит? Объясни мне. Он не понимает, откуда это у него тяжесть. Он показывает, у него есть вот эта тяжесть, которая не выходит. Его отвлекает, беспокоит это, но он не понимает, что это нижняя чакра и суккуб, который стягивает туда. Похоть идет слово. Он снял. Хорошо, все сняли. Переходим к рассинхронизации. Я даю команду на рассинхронизацию. На счет 3 шла рассинхронизация, заканчивается автоматически до 100%. Знаешь, его копия рассыпалась, как сказал демон по органам, голова отдельно. На несколько кусков рассыпалась. Хорошо. Готово.
Отлично. Хорошо. Включаем внутренний белосвет Никите 1, 2, 3. Этим светом Никита выдалит из себя все негативные патогены низкой вибрационной энергии, находящиеся в его биополе на частотах интерферентов и их подключек. 1, 2, 3. Пошел поток. Никита выдавливает из себя этим светом все негативное, весь страх этот уходит, все выходит и формируется в шар. У него, знаешь, как истерические всхлипы идут, и с ними как волнами все выходит. Он не может, как сказать, в голове у него сформировано, что он неполный, и он не может успокоиться, и у него как истерические вот такие всплески выходят. Пусть все выходит. Он говорит, чтобы чем-то наполниться, нужно стать пустым. Все вышло с него. Шар большой. Отлично. Открывается портал в галактическое ядро. Шар уходит на переработку. Закрываем, опечатываем, растворяем. Я даю команду сканеру на контрольную проверку. Пошла контрольная проверка. Чисто. Так, отключка каналов у нас стоит, так как у дракона с ним контракт есть. Я спрашиваю Никиту. Никита, вы знаете о существовании какого-то контракта с драконом? Он не знает, но он говорит, я уже ничему не удивляюсь. Сейчас проверим, как это все было. По закону свободы воли души и свободному праву распоряжаться собственными энергиями, Никита должен взять ответственность за свою жизнь в свои руки, выразить это намерение. Он готов это сделать? Да. Я говорю вслух, его тонкая копия повторяет за мной. Я. Дополнение к соглашениям, контрактам и договорам. Договора выходят, активно и подсвечиваются. У него вышел как книга, большой контракт, и у него стоит замок. Замок он еще поставил на контракт? Да. Чтобы нельзя было прочитать? Да, он пышет весь вот этой красной энергией, сверху черный замок. Хорошо, ставим монитор рядом и считаем информацию, как был заключен контракт. Пошла картинка, где это было, когда это было и какие условия. Значит, если есть замок, это как такая точка жирная, окончательный контракт. Окончательного ничего не бывает. Единственное, что окончательное бывает, дракон, это я открою сейчас портал в галактическое ядро, и тебя скину туда, в этот портал. Вот это будет окончательно. Или достану печать дракона и включу ее на полную мощность, пока тебя не разорвет в клочки. Вот это будет окончательно. Твои вот эти обманные договоры, это не окончательно. Разрезай этот замок. Открывается книга, читаем. А в нем еще много энергии его, именно осознанности. Он закрыл ее на замок. Замок ушел. Поймал его сознание, да. Замок ушел. В медитативном состоянии он над ним летал. Потом представился учителем и зашел. Какие условия контракта он заключил? Что он предлагал? Сознание убирает. А что дает? Знание. Понятно. Знание он не дал. Но сознание забрал. Отлично. Да, галлюцинации. Галлюцинации. Хорошо. Галлюцинации – это хорошая вещь. И поехали теперь. Никита, обращаясь к вам, вы готовы расторгнуть этот контракт, который заключили обманом с вами? Готов. Повторяйте за мной. Внутренней властью моего суверенного я объявляюсь закону свободы воли души и законному праву распоряжаться собственными энергиями. Пошел возврат энергии, если таковая есть. У него энергия возвращается и растекается по всему телу. Родные энергии его, как кровь. Ну что, ощущение, дракон? Что он с него кровь отсосал. Хорошо, дракон. Ты сегодня получишь, наверное, как клеймо на всю оставшуюся свою жизнь. Отлично. Открываю портал в галактическое ядро. И все аннулированные контракты уходят на переработку. Закрывай, опечатывай, растворяй. Аннулированы. Надо найти ключ. К чему? К контракту. Дракона должен быть ключ. На счет три. Уничтожить. На счет три силы моего намерения ключ притягивается, где бы ни находился. 1, 2, 3. Клетки. Он выходит на частоте контракта контрагента. Хорошо, вышел? Да. Открывая портал в галактический ядро, ключ уходит на переработку. Закрывая, печатаю, растворяй. Готово. Отлично. А вот теперь я достаю печать дракона и включаю ее на полную мощность. Да будет так, а так и есть. Лжец. Значит, если бы ключ не был уничтожен, он бы открыл копию. Я понял. Но его поражает мозг, эта печать, и он просит отключить ее. Направляя печать семи архангелов, даю мощнейший удар по дракону. 1, 2, 3, удар. Я
Есть. Поехали дальше. И теперь будем отключать каналы. Подхожу к Никите, помогая моей энергии сделать импульс высокой вибрационного шокового удара и сжечь все каналы к интерферентам и их подключкам на счет 3. 1, 2, 3, удар. Каналы отлетают, открывая портал в галактическое ядро. Каналы уходят на переработку в чистую первичную энергию. Закрывая, печатаю, растворяй. Готово. Выходит эмоциональный фантом Никиты, проецирует все негативные программы, негативные мысли, формы, а также всю низковибрационную эмоциональную энергию. Злобная проецируется на его эмоциональном фантоме. У него много вышло. Никита, вы готовы расстаться с этими энергиями, которые вы произвели сами? Готов. Сворачивай энергию в шар. Демон забираешь? Да. Отправляю демона. Готово. Хорошо, демон готов уходить? Готов. Больше не приходи в это биополе, ты понял? Да. Хорошо. Открывается внизу портал против часовой стрелки на частоте демона. 1, 2, 3. Демон забирает все, что он с собой принес, и уходит на свою частоту. Закрывая, печатая, растворяй. Есть. Хорошо, Ли, я прошу тебя выйти на связь. Да, на связи. Приветствую тебя еще раз. Ли, посмотри, пожалуйста, у меня сейчас тройка здесь находится. Дракон 7811, ящер и гуманоид, который установил конструкцию и продал ящеру эту конструкцию. Человек находился в психиатрической клинике из-за этого воздействия. Душа была запечатана в коробку. Такое ощущение, что они его на части разбирали. Расчленили, вижу. Да. Забираем всех троих. Скажи мне, пожалуйста, у него есть частицы где-то вне тела? Они успели биоматериал забрать? Мне проверить, есть ли копии его где-то? Нет, он полностью возвращен. Благодарю тебя. Ты забираешь дракона тоже? Да. Хорошо, благодарю тебя. Знаешь, она его просканировала каким-то таким прибором. Да. И этот прибор ей показал, что 100% для прохождения жизни на Земле. Отлично. И мы ей говорим, что почему у нас такого прибора нет. Только хотел спросить. Она говорит, обычный прибор. Если нет, значит, будет. Благодарю тебя, Ли. Нам нужен такой прибор обязательно. Не забрали их. Отлично. Хорошо. В клетке остались артефакты, да? Да. Суккуб, ты готов уходить? Готов. Открывается внизу портал против часовой стрелки на частоте суккуба. 1, 2, 3. Суккуб забирает все, что принес, и уходит на свою частоту. Закрывай, опечатывай, растворяй. Все. Готово. Хорошо. Поехали по частотам. Готово. Синхронизируется энергия вибрации, гармонизируется. Распределяется, усваивается наиболее эффективным образом. 1, 2, 3. Есть. Хорошо, Никита. Мы закончили вашу чистку. Как вы себя чувствуете после нее? Я вернул свою истину, вспомнил, с чего все начиналось. Моя душа, мое сознание и мой дух сильнее любых интерферентов. Именно это я забыл, пустив в себя страх и подчинился им. Знание и есть моя защита, спокойствие, баланс и сила. Абсолютно я верно. Я благодарю вас за этот урок. Во благо, Никита. Еще хочу два слова добавить. Не забывайте, у вас еще осталась нечищенная квартира. Там наверняка есть порталы. И чтобы не случилось новой подключки во сне, мы вам рекомендуем и избавиться от этих интерферентов, которые находятся в квартире, так и закрыть порталы. А сейчас мы будем возвращать вас назад в вашу систему биоробот-душа. Наш администратор Ольга перешлет вам после этого сеанса текст манифеста, видео, обучающие. Вы должны каждый день сбрасывать негатив, читайте манифест, читайте так, как я вам показал, как его читать, с полным намерением. Каждое слово пропуская через себя, заправляйтесь энергиями и вибрациями, и все у вас будет хорошо. Не дарите больше никому свои энергии и не заключайте никакие контракты, хотя здесь был обман. Для усвоения энергии и вибраций возвращаем тонкую копию Никиты в систему биоробот-душа, заводим. Подключаем его к каждому органу, каждой клеточке, каждой извилинке головного мозга. Проходит полная синхронизация, гармонизация между физическим биороботом и энергетическими тонкими телами. Он знает, что говорит. Ну что, биоробот, будем жить дружно, гармонизируемся и защищаемся. Все правильно. Мы сильны. Так и есть. Готово.
Отлично. Отключаемся от объекта и поднимайся в свою комнату диагностики. Пошел, пойдем.